Начинает наш концерт Андрей Дысенко, студент первого курса. Джованни Батиста, Сомис, Адажо и Аллегро. Концертмейстер нашего класса Кононова Инна Владимировна на протяжении концерта будет вместе с нашими студентами. Thank you.
Алину, студентку второго курса. Она исполнит произведение композитора Иосифа Раффа «Каватина». Василина Кулиш является студенткой третьего курса. Сегодня она исполнит переложение для домбры соната Джона Лае, соната ре-мажор, первая и вторая часть. Thank you.
провожает Воробьева Олеся, студентка первого курса. Она исполнит аллегро из сонаты Георга Генделя номер 3. Thank you.
На сцену приглашается Корнякова Елизавета, студентка первого курса. Она исполнит произведение немецкого композитора Франца Гюнтера «Тамбурин». В этом году было очень много у нас событий, много было поездок, концертов, конкурсов. И так случилось, что ведущая нашей Ставропольской филармонии попросила меня подготовить номер для концерта, посвященного итальянской музыке. Она хотела, чтобы мы представили мандолину. Я была занята, и поэтому сказала, что мы попытаемся со студентами подготовить номер. Поэтому сегодня у нас впервые такое явление, у нас прозвучит мандолина, и наш студент вот на гитаре будет аккомпанировать. Итальянская народная музыка «О соло мио» в обработке Капуа. Thank you.
покажет свое мастерство.
значит, девочки учатся в классе Татьяна Владимировна Маслова, концертмейстер Чугунова Ирина Михайловна. Сегодня они исполнят мексиканскую народную песню «Скамеечка» в обработке Фринденталя. Thank you.
Я хочу сказать, что колледж искусств, помимо учебного процесса, участвует во многих мероприятиях в городе, в России. И есть такой проект «Новые имена». И наши студенты лучшие играют раз в полугодие в нашей государственной филармонии. В этом полугодии проект был такой, что играли студенты с симфоническим оркестром. И вот Василина участвовала в этом проекте, она играла это произведение с симфоническим оркестром. Давайте пожелаем ей большого будущего, потому что она всего лишь второй год осваивает Домну, но у нее неплохие успехи. Давайте поддержим ее Василину. А на сцену приглашается Дысенко Андрей, Иосиф Тамарин, каприз.
И заключает наш концерт выступление Корнякова Елизаветы. Александр Рождественник. Во лесочке комарочков много уродилось.